Шутки зачастили. Итог понятный. Дышать можно, остальное нельзя. Алкоголь, боже, упаси. И вообще не трепать себе нервы. Думать ни о чем. Постельный режим. А лежать, как ни крути, посылки для печальных раздумий. И я лежал, отделял зерна от плевел. Юные годы мечтал о небе, хотелось летать. Увы, не пришлось. Трудно спускаться с небес на земле, но если уж пришлось, то крайне синую. Тайга, палатка, лошадь, ружье. Альтернатива оказалась достойной. Улегся, материал, семья родилась, дети. И не заметил возню за спиной. А когда заметил, ну вот, времени вот удержится, все само по человеческой морали. И опять, увы, не старость семьи, не решилась. Что ж, бывает, и я первый, и неприкаянный сиротой безоглядно по миру пошел. Но выходил долго, и вот пришел, лежу, как полено, без претензий, не уповая на чью-либо милость. Провожать даже не надо меня, банкрот. Все, хватит посыпать голову пеплом. Поднялся, налил рюмку, посолил корочку хлеба. Ну-с, жизни сволочью не был, это мой главный итог. Так что вперед, и да здравствует жизнь. Тепло по телу пошло, а сердце вопрошало. Зачем? Затем, что живым хочу умереть, чтоб память была во мне, а не впечатление. И чтоб эпитафия, как облачко, был, жил, любил, засил.